Что, как выходные с утра? Хорошо вам, спите, да, все? Съездили на рыбалку, да, мы с тобой? Поймали рыбку. Я пока в шоке, на самом деле. Вы все видите, что здесь происходит. Наверное, меньше понимаете, чем я, потому что я до конца, вот мы с Юрчиком будем работать сейчас, пытаться собрать все это дело, и до конца не очень понимаем, что делать. Реально не понимаем. Ну, у тебя есть понимание, что делать? Кофе пить как минимум. Кофе пить как минимум, да. Сейчас, короче, все собираем, забираем. А, мне надо спросить у них про горловину в бак. Как думаешь, если я сюда поставлю, улетит? Если ты не поедешь больше 200, нет, не улетит. А если улетит? Вставить в багажник? А это куда? Делайте вашу ставку, господа, в комментариях, улетит или не улетит. Вот это точно надо положить в машину. Держи. Это наш сертификатус на бак. В общем, забрали мы итальян, как вы видите. Тихо, спокойно. Все, едем в гараж и будем что-то начинать делать, пока не знаю, что как, но увидимся в гараже. Собирает задние тормоза, да? Готовит к установке второго суппорта. Вот такие вот проставки. Сейчас посмотрим, как это все получается. Что-то прикручивается вообще, впадает дырки, нет? По-моему, кстати, он мне говорил, через отверстие этих болтов надо будет их закручивать. Да, мне это не пролазит головочки. Нужно будет маленькую головку поставить. Шестигранник просто на 6 надо. Я, значит, примерил кресло, выставил плюс-минус, как мне кажется, нормальным. Ну, в итоге получилось на последнее крепление. Сиденье стоит сейчас максимум назад. И педали я выставил тоже под себя. Теперь мне нужно заняться окончательно рулевой колонкой. Как вы помните, я переносил рулевой карданчик, но у нас это все сместилось сюда. А это я оставил в родном месте. Сейчас у нас, получается, руль стоит вот, ну, не по прямолинейной на машине, а вот так. Нам нужно руль вернуть прямо по сиденью. Поэтому сейчас буду изобретать какое-то крепление, наверное, непосредственно к дуге, потому что мы от него, как я и говорю, надо сместиться сантиметров 5 в сторону. Продолжается наша сборка. Сегодня второй день, как мне помогает Юра. Сегодня он занимается дверьми. Казалось бы, что проще снять с оригинальной двери замок, петли и поставить на пластик, где не важны зазоры, не нужно идеально. Нужно... Давайте так, дрифтовый корч должен смотреться, ну, хороший, с 2 метров, ну, я так утрирую, а такой, типа, на быструю руку собранный с 5 метров. Ну, нам хотя бы где-то между попасть. Поэтому, казалось бы, что может быть проще, собрать двери, но нет, время очень много уходит, подгонка. Я хочу сохранить здесь оригинальные замки, соответственно, петли должны быть оригинальные, и зеркала тебе еще надо. Ну, ладно, зеркала это, надеюсь, недолго. Значит, я еще занимался, как вы видели, переделал рулевую колонку, потому что она не подошла под расположение сидений. Я это предполагал, что так будет, но наконец-то есть сиденья, точнее, сиденья были, есть крепление. Я поставил, понял, что руль у меня стоит сильно вправо, это не годится. Я перемещал колонку вновь, переделал крепление, усилил, в общем, делал все иначе. Вот как раз Юрчик примеряет дверь, смотри. Давай, soft close будет у меня? Как эта доводка называется, я уже забыл. Soft close. А, вот, да, soft close. Чпоникс. Вот так работает мастер. Вот, удивил реально, я не видел этого, правда. А я, видите, тут, короче,
переделал рулевую колонку, закончил, с ней все в порядке. Там нужно будет ее подрегулировать потом или вверх, вниз, влево, вправо. У меня остались, кстати. Дал-ка, Юрчик. Давай, иди сюда, оператор. На рулевой колонке я сохранил лифт руля, так называемый, верхний. Сейчас покажу. Соответственно, руль у нас может двигаться, видите, вверх-вниз. Оригинальная 3/6 колонка. Небольшой ход, но такой он есть. Также, открутив болты, есть... Юр, как называется отверстие, которое не круглое, а... Продолговатое отверстие. Так я тоже мог сказать. Которые позволят, отпустив пару болтов, рулевую колонку подвинуть еще левее или правее. Но это мы будем уже непосредственно регулировать тогда, когда поедем, смотреть, как здесь расстояние до каркаса. Сейчас я в том числе занимаюсь багажником. Видите, он тут в процессе настройки, я только-только петли поставил. Также, как видите, я купил пластик не совсем правильный, который вообще от разных каких-то комплектов, от чего-то такого можно, но более-менее он как-то подходит. Конечно же, хотелось другой пластик, тот, который я хотел, его на месте нет, ждать полгода, бог с ним, что есть. Видите, он немножко неправильно у нас, он сделан под оригинал, то есть двухсторонняя лицевая сторона, внутренняя. Мне не нужны вот эти внутренние ребра. Более того, как вы видите, у нас получается охлаждение, соответственно, будет, ну, здесь будет стекло пластиковое, будет охлаждение забираться в радиатор, вентилятора отсюда, здесь это все будет продуваться и должно выходить, здесь в багажнике должны быть отверстия, куда это будет все выдуваться. Здесь этих отверстий нет, но это нормально, что крышка так продается, но видите, мне мешает вот эта вот внутренняя часть, поэтому сейчас я ее плюс-минус настрою, после чего займусь, отрежу лишнее, во-первых, она станет легче, во-вторых, мне нужно исключительно, как это пенка называется, да, когда не нужна полноценная деталь, нужна просто вот такая крышка, которая все это будет прикрывать. Также вы видели, сегодня к нам приезжал электрик, который разложил, сделал макет проводов и, соответственно, уехал. Обещает в течение, ну, недели-двух нам это все сделать. Мы будем использовать оригинальные провода для двигателя, для дворников, для фонарей, еще для чего-то, а силовые, такие провода, как для бака, здесь будет два насоса, здесь будет дополнительная основная электрическая помпа, здесь будет два вентилятора, все это на больших толстых проводах, потому что все это будет кушать электричество хорошо. И вот эту силовую новую проводку, которая нету в оригинале, будет сделана заново, будет сделана по спортивным канонам, со всеми разъемами, в термокембриках, ну и так далее. И бак, я не помню, показан, нет, видите, у нас теперь есть баш-бар. Эта часть стальная, крепкая, на которой закреплен бак. Бак омологированный, сертифицированный. Петли тоже сделаны по стандарту, чтобы в случае чего он мог подвинуться в случае контакта. Эта часть для крепления под фарников, да, задних фонарей. Из пластика будет зажиматься здесь, и сюда вешается бампер, так же, как и передний. Эта часть сделана из алюминия. Ну, так ребята, которые варили каркас, решили, что почему-то так будет правильнее. Я им доверяю. Алюминий, значит, алюминий. Единственное, что... Это вес, понятно, сэкономили вес, но, смотрите, небольшой контакт со стенкой, и алюминий гнется. Если металл можно отогнуть, что-то там подхватить быстро, или просто, под, ну, прям на трассе отремонтировать, то алюминий, он, как правило, или ломается, или обратно уже согнуть его нельзя, поэтому вот такие штуки нужно сделать хотя бы еще одну запасную и возить с собой. Ну, как минимум, ну, не с собой, а просто иметь готовый. Как видите, капот я повесил, поставил его, он, соответственно, открывается, он стоит на оригинальных петлях. Надо только поставить упоры. Также у нас есть вопрос о том, что я хочу приподнять все-таки капот сзади, чтобы продувалось лучше, но есть смысл, что я здесь вырежу вот это вот кусочек, и прикольно будет выглядеть компрессор с закрытым капотом. Соответственно, здесь сейчас доделывается крепление для фар. Фары у нас есть, радиатор — это кулер для компрессора, еще здесь будет два масляных радиатора, но это все просто понятно, замки пока не прикручены, все закрывается вот таким вот образом. Бампер тоже белый пластик, удивительно, правда, который просто с ним одевается на трубы, и здесь будут такие резиночки, чтобы на быстросъемах, как говорится. Вот. Все двигается очень медленно. Знаете, когда нужно прикрепить капот, да, ну это типа 15-20 час. А когда вот я тратил целый день на изобретение какого-то более-менее небольшого, компактного, в то же время крепкого кронштейна для рулевой колонки, плюс влево, вправо, мы вообще делали это в 4 руки, там Юра держал, мы вымеряли лево-право, на это очень много времени уходит. Но двигаемся вперед,
через неделю второй этап, на который мы ну никак не попадаем, ехать туда на сырой машине без, как говорится, вката, нет, это опять, не дай бог, авария, поэтому едем, надеюсь, 100% едем на третью гонку, но не будем загадывать, в конце этой серии мы уже будем понимать, куда мы едем, успеваем мы куда-то или нет, но идея такая, что мы должны успеть на третью гонку, которая будет в Даугавпилсе, где будет огромное количество людей, моих болельщиков, фанатов и вообще у вас всех там прикольно видеть, потому что Даугавпилс и дрифт – это очень круто. Да, Юр? Юр будет, кстати, со мной. У тебя тоже фанаты есть. И фанатки. И фанатки. И фанатки. И фанатки. Как вы видели, я сейчас разобрал двигатель. Вы зададите вопрос, зачем я это делаю. Объясняю. Во-первых, заменить прокладки, что полезно в автоспорте, чтобы ничего нигде не капало, чтобы все было четенько. Следующий момент, для чего я все это делаю. Мне нужно заменить цепь масляного насоса. Не потому, что она мне износилась или еще что-то, потому что она короче, чем та, которая стоит у меня. Объясняю, почему. Ну, во-первых, как видите, она у меня стоит старая. Я, если честно, сам не знаю, почему. Хотя основные цепи натяжителя у меня стоят новые. Главная причина, почему я меняю, потому что у насоса, который не X5, то есть E38, E39 с расположением картера впереди, у них насос стоит строго вертикально внизу, то есть вот в таком положении. А у X5 вал привода на масляный насос стоит вот здесь сбоку, поэтому меняется длина цепи. Можно, конечно, было не снимать все эти крышки, вытащить оттуда звено цепи, завальцевать обратно цепь и оставить старую цепь, но укоротив ее на одно звено. Но так как мы будем ставить сюда другие валы, о которых я уже говорил неоднократно в каких-то там ранее видео, мы сняли поддон для того, чтобы мы его меняем. То есть нам для того, чтобы просто заменить цепь, осталось открутить переднюю крышку. И я принял решение не какие-то там звенья выбирать из цепи, а поставить новую и правильную цепь вместе с новой звездочкой на масляный насос. Поэтому сейчас вы видите разобранный двигатель. Я сейчас уберу в сторону большую цепь, сниму цепь масляного насоса и повешу новую, потому что она висит, как вы заметили, за основной цепью, и поменять ее просто так не получается. Делаем. Повод суппорта забрать, встретиться, и он мне сейчас прям сходу почистит крышки, то есть буду прижать. В общем, я психанул, клапанные крышки, вы наверняка их уже видели в этом видео, я просто не знаю, в каком порядке там все это пишется и монтируется. Они чистые, красивые, как новые, а вот передняя крышка V-образная и поддон, кажется, что я где-то взял со свалки с другой машины и прикрепил на свою, но некрасиво. Едем в Aquablast по двум причинам. Первое, они нам сделали вторую пару суппортов назад, а у меня их теперь сзади 4. И нам нужно забрать два суппорта, которые сделали, потому что оказалось купить неубитые, невентилируемые суппорта на 36 – это проблема. В общем, я их нашел чуть позже, чем планировал. Сейчас мы их забираем. И второй повод – это нам сейчас сразу по месту почистит поддон и переднюю крышку. К тому же поддон у нас сварен, у нас там вставочка одна вообще прям из нового алюминия, которая прям выбивается из общего фона. Сейчас все почистит и будет прям вот тогда со спокойной душой, как много BMW, слушай. О, дрифтовый кошель 90. Сейчас все почистим и все будет прям, можно спокойной душой собирать. Ну, а там приехали. Красота здесь действительно. Слушай, надо делать будет остальные болты. Ну ладно, это по мере свободных. Ну, перекрутит, ладно. Свободного проблемы. Момента, да. Там,
Молодцы, быстро сделали. Респект. Когда я тебе в понедельник вечером отдал? Сегодня среда вечером. Знаешь, что прикольно? То, что она как будто полирует. Обратил внимание, Юрчик? Да. За счет абразива она... Чисто, знаешь, типа хромовый болот. Да. Причем это просто чистый алюминий. И внутри, да, то же самое. Ни масла, ни грязного, ничего. Надо было придать вид товарный, и все. Можно продавать, да. По крайней мере, вот это теперь от этого не отличается так сильно. Это как раз-таки подмотовалось немножко? Да, вообще шикарненько. Шикарно. Можно собирать. Можно собирать. Чао. Можно, да? Можно. Смотрите, на чем ездить надо. Мы, значит, ездим на дизельных X5, а нитром, вот он приехал еще раз померить радиатор, и приехал, в прошлый раз приезжал на каком-то автобусе рабочем, да? Нашим баранам вернемся. Что-то будет. Ага. Ты все-таки сомневаешься, да? Ну, я думаю, лучше сначала... Вот 7 раз отмерь, да? Ну да, и потом здесь, да. Так. Так. Так, где тебе фильтр? Здесь горловина. Здесь да. Будем подключаться. Да. А там у нас амалогация, которую иногда могут попросить открутить. Ага. А диффузор съемный, да, будет? Да. Раз, два, три. И все. И сняли. Так, как видите, у нас стоит радиатор. Приехал к нам нитром, как всегда, в гости. У нас человек охлаждения, да, который выручает. Да. Сейчас мы замеряем размеры диффузора для того, чтобы установить сюда вот эти два спаловских вентилятора, которые, соответственно, будут у нас забирать воздух здесь, прокачивать через радиатор, и через крышку багажника здесь будет все это выдувать назад. Все просто. Рисуем, да. Замеряем, варим и потом, соответственно, ставим на машину. Так что особо здесь ничего не покажу, потому что капает дождь и нам надо поработать. Все, увидимся попозже. Ну что, у нас здесь топливо будет выходить. Да. Раз, два, вентиляция, да, пошла. Здесь тоже все должно быть в порядке. Слушай, ну, наверное, да. Наверное, хорошо. Да. Наверное, да. Здесь поплавок в будущем когда-нибудь. Хотя, да. Пацаны говорят, все ездят без них. Да. Никого да. Уровня нет. Мы пытаемся придумать, как лучше расположить тормозные шланги терротрубки. Магистрали, да. Тормозные я магистрали. Прошу вас, которые... Интеллектуальный канал. Вот, точнее, вот одна из магистралей. Сфокусировался. Да, их нам нужно проложить аж целых 4 штуки. И как это сделать красиво, загадка, поэтому приходится рисовать. Опять приехали. И опять приехали смотреть на чем. Ну что, готовое произведение искусства? Ну, вот такой. Ну давай. Получилось. Ага, надо болты, да, чтобы его прикрутить сразу. Ну да, сверху. Да. Ну. А может так посидите, подержите? И на гонке тоже. Слушай, круто. Ну вот так будет. Круто. Итак, как вы видели, ко мне приезжал сейчас нитром. Получил я готовый результат радиатора с вентиляторами. Диффузор крепится на 3 болтах. Снизу просто вставлен на пазах вот здесь, поэтому ничего не нужно делать. Если что-то нужно снять срочно, там добраться, не знаю, в бак демонтировать или еще что-то. 3 болта, шук-шук-шук, откручиваешь, снимаешь наверх. 2 разъема, эти мы разъемы, кстати, наверное, поменяем, другие сделаем. И будет красотища. И, соответственно, радиатор закрепили, переделали, сделали крепление. Но это уже было, вы видели, наверное. Может быть, покрашу в черный цвет, подумаю. Также переделали немножко бачок. Теперь совпадает
заливная горловина с бачка с радиатором. Здесь у нас, кстати, вы, наверное, не видели, здесь у нас торчит обратка с радиатора, которая пойдет сюда. И также мы переделали передний колер на компрессор. У нас стоял вентилятор спереди, который толкал воздух вперед. Это неправильно с точки зрения охлаждения. Вентилятор должен всасывать воздух, а не толкать. Воздуху проще не пройти сквозь радиатор, а часть воздуха просто выходит наверх. Но у нас не было других вариантов, потому что машина была построена по правилам стрит-класса, и я не мог вот там сделать радиатор назад. Да, не мог я сделать радиатор сзади, поэтому он стоял у меня основной радиатор спереди. И не хватало места для того, чтобы радиатор поставить, не радиатор, извините, вентилятор, вот этот, на этот кулер поставить сзади, потому что не хватало места. Теперь у нас места много, и мы поставили новый винтик, чуть меньшего размера, но он стоит сзади. И теперь я думаю, что с охлаждением все будет хорошо. Лучше будет охлаждение компрессорного кулера и, соответственно, основного охлаждения нашего корча. Извините, телефон. История с охлаждением практически готова. То есть те вещи, которые делаются на заказ, которые я не могу сделать сам, они готовы. Чуть позже будем протягивать трубки, которые пойдут спереди машины назад, непосредственно в радиатор. Это уже будем делать сами. Это вы, наверное, увидите позже. Уже идет подготовка установки тормозных магистралей. Желтые шланги – это мои старые с седана. Синие будут стоять непосредственно на этой машине. Вчера садился, примерно смотрел, где ставить ручник, не очень понимаю, все меняется, понятно, сиденье в другом месте, плюс купе, хочется сесть подальше, ну, в общем, не очень понятно, руль перенесен, ну, пока не понял, ручник все-таки стоит с правой стороны или с левой, но будем это решать, пока что я выключаюсь, увидимся с вами позже, работы дико много, как успеть, не знаю, но мы обязательно справимся. Эти грю пирожки, это с какой-то начался тупняк. Да, ну значит. Не, по делу мы ломаем просто голову, как поставить, чтобы было красиво и эффективно. Эффектно, эффективно и красиво. Там точно что-то. Точно батончики были, не просто батончики. Ладно, собрались. Признавайся, что добавляло. Все. Теперь серьезно. Юра, нас смотришь, между прочим, зрители, серьезные зрители. Между прочим, да, очень большая аудитория. Мы же тоже люди, конечно, мы же поржать тоже любим. Пожрать? И пожрать, и поржать. Кстати, мне пишут Межяс. Межяса? Чего так вывезли? А Межяса, я понял, да. Это как филиная куре примерно. Пай на чекетик. Ну, это, кстати, было вкусно. Это было реально очень вкусно. И весело. И весело. Весело и вкусно. Макдональдс. Мы, на самом деле, успешно просрали, извините за выражение, вторую гонку, которая вот сегодня состоялась. Вот сегодня. Прямо сейчас она закончилась, кстати. И надеемся поехать на третью. У нас еще 6. Потом рецепт обязательно я с собой на Мальту перетащу. Там всем понравится. Там ребята любят такие вещи. Слышу, что вы покатились. Все, посмеялись, хватит. Это какая уже серия-то? Я не знаю, вы видели или увидите серию с валами. В общем, валы стоят, не знаю, в каком порядке. Двигатель, ну, сколько сейчас, возможно, скручен. Стоят все крышки, стоят катушки, свечи новые вкручены, форсунки приехали с проверки. Юра там что-то делает. Значит, частично уже проводка навешана. Вот это все нужно будет убрать в салон. У меня есть загвоздка. Мне нужно здесь изобрести вместо помпы обводной ролик ремня, которая, видите, сейчас в воздухе висит. Надо подумать, как это сделать. Завтра понедельник, светлая голова. Останется поставить поддон и немножко забраться с масляным насосом, а чуть-чуть там
есть нюансы с ним, я думаю, что я этот вопрос решу. Склеиваем двигатель, и он будет готов. Юрчик тут 2 дня работал, ставил панель. Казалось бы, что может проще поставить такую спортивную панель в корча? Нет, смотрите, совместными мыслями, но Юриными руками, видите, решили, что все-таки мы не обрежем вот так вот и воткнем как можно. Как, в принципе, обычно и делаем. Да, мы, Юрка подогнал все настолько максимально, она очень плотно туда залезает и вылазит, так даже царапая каркас, грунт, но ничего страшного, загрунтуем, когда покрасим при следующей установке уже финишной, заклеим дуги, если где-то чуть царапнем, потом снимем, ну, какую-нибудь пленку или скотч, и все будет в порядке. То есть, видите, даже здесь все подогнали, все сделали, здесь закрыли сбоку, чтобы здесь можно было крепление использовать. Также он сегодня делал отверстие под рулевую колонку, так как рулевая колонка у нас смещена, она не подходит в то литье формы панели, которая была задумана, то есть везде кастом, абсолютно любое место везде кастом, ну и в данном случае подгоняли панель, чтобы она вот опять же смотрелась красиво. Многие такую панель, покажи, пожалуйста, многие такую панель просто вот так вот отпиливают, чтобы было проще с установкой и так далее, но мы это решили оставить вот так вот. Сложно, долго, но зато приятно смотреть самим. Сегодня замеряли еще трубки тормозные, может, вы видели или видите этот кадр. Завтра поеду делать трубки. Примерили примерно, где будет ручник. Надо будет сделать новую платформу. Ручник тоже переносится, потому что я до него тупо не дотягиваюсь теперь, если он будет стоять здесь. И, в принципе, по мотору я сказал. Мы продолжаем делать тормозную систему. Увидимся позже. Да, он гнет аж алюминий. И это силой. Я не знаю, за что крепить, он будет бампер, крылья эти выдирать. Не очень понятно, что с этим делать. Ну, я не знаю, он... Ну, давай действительно здесь надрежем. Ну, а что делать? Здесь? У нас нету сейчас ни времени, ни... Извините за мой французский... Ни времени, ничего. Кристоп делал небольшой надрез на свой, я ему сделал еще покрепче и толще. Ну, здесь, видишь, он мне прислал? Это ну, где-то на углах. Ну, на машину-то похоже хоть? Отпусти, да? Отпустил-ка. И как, просто надпил и друг на друга запускаем? Или уголочек выпиливаем такой и складываем? Очень непросто все, когда ты вот тут перфекционист и пытаешься все вот тут вот так вот выставить, чтобы все вот так вот было красиво, чтобы все вот тут отходило, но ты не можешь это сделать. Это один человек делает, это второй человек делает, третий человек делает, это делает четвертый человек, это делает пятый, ставит шестой. И потом ставит шестой, седьмой Юра с Сашей. И мучается, и много-много матерятся. Ну, в целом, типа... Мы уже с Юрой даже забили, что вот тут будет такой перепад высоты, потому что если здесь крышку поднять, то тут смотри, какая огромная щель получается по фонарю. Но при этом тут щель нормальная. И если опустить, и он еще фонарь будет придерживать, тогда здесь получается такой буртик. Ну а что делать? Ну ничего не делать. Значит, так и будет.
В этом сезоне точно будет так, а дальше посмотрим. Может, удастся купить нормальный пластик, который не надо будет год ждать. Поставили мы стекло вчера с Юрчиком. Пока что у нас пленка защитная, но на самом деле прозрачная. Еще надо будет все подкрасить, все сделать. Юра, он целый день боролся сегодня с подфарником. Я собрал морду, радиаторы, шланги, масло, мотор, масло, гидроусилитель. Не все готово, токарь делает кучу переходников, чтобы все соединить в одно целое. Сейчас работает электрик, делаем установку новой силовой части для, как я уже неоднократно говорил, вентиляторов, топливных и всего остального. Двигаемся потихонечку. Через несколько дней планируем запуститься, не то что запуститься, а поехать на стенд. О, да, сейчас вы смотрите на машину. Я тоже смотрю, думаю, господи, какой стенд? Дай бог просто ее запустить. Какой стенд? Нет, такая у нас задача. Сегодня вторник, 12:30 ночи, то есть уже среда началась, да? В воскресенье планирую машину поставить на стенд. И как только у нас все получится, я завалюсь спать и буду спать сутки. Вру. Сутки я буду спать после того, как мы выйдем на первую гонку. Как вы видели, продолжается работа с электрикой, со всем, что такое можно. Сейчас мы проверили очень быстро, очень на скорую руку. Просто хотелось какой-то мотивации, типа хоть вентиляторы хотя бы запустились. Они запустились, работает часть электрики новой, силовой, как я уже говорил, готова. Завтра приступаем к установке той стороны проводки. Вот мешок проводов, это то, что лишнее я вырезал из машины. Здесь реле этих, реле аварийк, тормоз я оставил. Короче, всевозможные релюхи, блоки ЕВС, всякое, что не нужно абсолютно в этой машине больше. Поэтому будем завтра укладывать оригинальные провода. Пытаемся сделать их максимально аккуратно и красиво, чтобы хотя бы этот сезон проехать и не было стыдно перед вами, кто будет подходить смотреть в эту машину. С той стороны так красиво, с этой стороны лежат оригинальные провода страшные, но мы постараемся все это облагородить. К тому же часть закроется еще и панелью, этого не будет видно. Так что двигаемся дальше. Спасибо, пока. Сил нам.